Лезла так с двойными сальто, падало безумное количество, ну падал как-то вертко, ловко, и у нее не было никаких ни болячек, ни травм, и она, значит, я вам уже сказала, что является и олимпийской чемпионкой, и чемпионкой Европы, и мира, работает и живет она сейчас где-то в Англии, я рада за нее, ну она, самые главные корни у нее были в Ленинск-Кузнецке, и огромная группа ребят, девчонок, и тренерского состава. Всем хочется сказать большое спасибо, что они не остывают в своих настроениях, намерениях и до сих пор все время подают каких-то новых способных гимнастов в сборную команду России. Ну, вот это я все похвалил по поводу школы Ленинск-Кузнецкого. Будет время, мы расскажем так потихонечку еще о других школах, потому что добрые слова, конечно, надо успевать говорить всем. Тем организаторам, тренерам и администраторам того или другого региона. Ну вот, собственно, и предпоследний раунд борьбы. Завершен.